рыбалку иду. Все равно на рыбалку. Друзья, мы отправляемся на рыбалку, поэтому приглашаем вас вместе с нами окунуться в таежные экстремальные приключения, где наверняка мы застрянем, где наверняка нам придется доставать себя, придется делать длинные пути переезды по болоту. Ну и, конечно же, поймаем щуку. Одну, две, может, три поймаем. Отдохнем, приготовим чего-нибудь вкусненького и обязательно вернемся домой в целости и сохранности. Оставайтесь и приглашаем вас посмотреть с нами фильм. Погнали! В 6 утра собрана отборная, крупная такая. Покажитесь, молодой человек, с таким уловом шикарным. Такого проглота на спиннинг. Уху! Сегодня вот это получается третья щука, и третья щука больная вылавливается. Да-да-да. Вот. А я говорил больных. Нет, такая больная. Вот она. Чумой. Маленькая плямба, но чумой. Хорошо. Сейчас, секундочку. Я покажу ее. Чуму эту. Ух ты. Да что? Нифига, нифига себе. Какая сильная. Вот, смотрите. То есть кто-то там говорил, как пенопласт там. Вот это вот болячка. Это вот. Легкое без заболевания, чему смей, как она намотала. Удар был хороший, прохватило. Смотришь, как захватило. Сейчас я достану. Ну вот это вот где-то 3500-3600, как вот вчерашние. Открывай. Вот так. Крючок достали. Какая у нас первая удача. Ух. Уже подойдет хорошая. Она и на таких находит крючки аж. Я делаю так. Вот начинается плавник. С палец отступаю. И сюда загоняю. Все. Висит она вот так вот ровненько. Он где-то так на поверхности плавал. Вставляем в разрезы. Здесь у нас разрезы. Вставляем плотно, чтобы она хорошо не выскочила. Уже поймали. Приятное утро с хорошим размером, с хорошим размером. Ну, чтобы размер был примерно понятен, это вот мой сапог, два сапога. Затянет. Куда, в ушри пошла, что ли?
Не-не-не, не тяни. Не-не-не, так сильно. Не поднимай ее. Вот так вот, войлоком, войлоком. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все. Не поднимай, а то может цевьё тут сломать. И оторвать, в конце концов, эту. Это еще небольшая. Такую тоже только что сейчас вытащил щуку. Некому было поснимать. Очень прыткая. Хорошо потаскала. И вот у нее эти раны. Вот эти раны. Они кровят. Сегодня вот это получается третья щука. И третья щука больная вылавливается. Вот так вот эта рана выглядит. То есть это... Никак не кто-то понадкусывал. Вот. И еще две. Добрались мы до нашей стоянки. Сейчас понаблюдаем. Возьми подсак. Так, здесь размотано. Здесь размотано. На обоих размотке. Будем сейчас смотреть, доставать. Привязываются к палке, тут проволока, если она выдерживает. К ней мы приматываем леску или веревку, бечевку. Главное, чтобы крепкая была. Наматываем, наматываем. Здесь у нас резиновые разрезы. Вот. Сейчас еще один новый разрез сделаю. Тут что-то выскакивает, это мне не нравится. Сделаю я его с этой стороны. И попробуем новый разрез вставить. Половничок. Самоловку. Давай пробуй вот сюда, вот. Вот сюда, вот сюда. Лебеди летят. Два красавца лебедя. Неужели сядут? Должны присесть. О, садятся. Вот я первый раз увидел, что на это озеро приземлились два великолепных лебедя. Ну что, дособирал еще? Половина готова. Половина готова. Туда одевай, да, через жабры. Такой вот у нас сегодня клев был. Четверочка одна, четверочка вторая. Последний день лета нас порадовал хорошим уловом. Мешок забыли, садок забыли. Ты одевай, продевай это до конца. Нет. Не держит тут. А, не держит? Да. А ну-ка покажитесь, молодой человек. С таким уловом шикарным. Мне нравится. Какая-то из них побольше. Решили мы перебраться на другую сторону озера. Здесь затишек, то с той стороны ветер сильно дует. Сейчас здесь порыбачим.
Но друга моего увлекла ягода. Голубика, брусника, клюква. Ставили мы квадрик наверху. 10 метров пешочком пройтись. Пока рыба не ловится, у нее обеденный перерыв тоже. Мы немножко пособираем брусники, перекусить. Такая крупная, красивая ягода. У нас тоже будет тогда маленький обед. Что, сварим сейчас уху, да? Вкусно. Спиннинг спиннингом. А ягодку надо пособирать и покушать. Рыбалка — это хорошо, но еще и природные элементы надо. Поехали тогда, там через ручей перейдем. Там побольше брусники. Пособираем ведерочки. У меня ковшик есть специальный. Комбайн. И уху сделаем. Ну что, погнали, ребят. Вкусно? Ну что, забираю удочки. Да, Ума, пошли домой. Поехали в избу. Колбаса свиная или с баранинки? Свиная. Свиная. Видишь, какая кухня. Ах, сейчас покушаем. У нас обед будет. Щучка жареная. Яичничка. Приятного аппетита. Проснулись мы от того, что идет дождь. Дождь закончился. И выяснили мы, что у нас протекает крыша. Вот сейчас решили мы все это дело подлатать. В двух местах крыша потекла. Рубероид прохудился. И залез сейчас. Сорвет. Возьмем рубероид, закинем, размотаем, прибьем. В общем, рыбалка связана немножко с ремонтом. Ремонт тоже важен и нужен. Странно, в городе воды нету в реках и озерах, а здесь вода поднимается. Пошли побродили, нашли в километре отсюда бобровую плотину. Они перерыли все, и вода идет сверху. Поэтому здесь у нас вода есть. Болото, вода поднята, в озере вода есть. Блин, сказочно. Но уже, заметьте, осень уже моментально прилетает. Уже листики начинают желтеть, еще неделька. И прям будет красота осенняя. Так, досочку подготовили, рубероид подготовили. Гвозди. И самозабивающуюся машинку. Чтоб в нее только гвозди подавай, она сама будет по крыше бегать и забивать гвозди. Дровишек насушили, накололи. Все идет по плану.
Вот почти полдомика уже накрыли. Теперь нам дождь не страшен. Еще два рубероида. Остальные привезем уже с города. И дальнокроем. Будет нам сухо. То кап-кап-кап ночью. Спишь такой под одеялом. Пиздишь, однако, там не совсем капает. Ну, над столом над печкой. Так, ну вот так вот мы перекрыли крышу. И зад, конечно, это супер. Скалолаз. Молодец, даже новую лестницу забомбили. Теперь еще лет 10 можно спокойно лазить по крыше, чистить трубу. Да, да, Витя? Все, шикар. Отлично. Никого не попал. По чайку и проверять наши самоловки. На рыбалку. Щука заждалась. Такое утро прекрасное. Или обед, кто его знает. Но самоловка у нас одна размоталась. Пока не натянута, сейчас проверим. Посмотрим, что у нас там. Может, никого. Может, сбежала. Что-то подумал, что оторвало леску. Ну ладно. Долго мы, значит, ходили. Спали долго. Пока крышу перекрыли, пока туда-сюда. И день уже к обеду. А смысл сейчас в огромной рыбалке я не вижу. Рыбу поймал одну. Ну, две. Пожарил, покушал. В противном случае ее сохранять надо. Сейчас окунячка цепанем. Пока мертвого. А там поймаем живых. Живых запустим. Ну как-то так. День прекрасный, рыбалка начинается. Можно куртку снимать. Воды прибило много. Приезжаем, смотрим, все растянуто. Практически все, да? А, крайняя только не растянута. Держите, молодой человек. Давай, сейчас эту первую попробую. Она так не тянута. С этой стороны, но или с той. Как раз за солнце. Ну, удача. Хорошая. Хорошенькая. А этот получается тихо. Это тоже получается запутало. А он ты тоже сейчас пока распутаем. Ё-моё. Вот такая четверочка. Такая четверочка. Хорошенькая. Ой, заглотил, так я тебе скажу. Не шибко-то и сильно. Вообще вон чуть-чуть. Вот такая. Хорошая. Сильная щучка. Четверочка. Теперь второй. Да, потом это распутал. Так, садок тоже берем. Нажми на стоп сначала.
что тоже натянута. Угу. Ух ты! Ничего себе! Тычка. Еще одна тычка. Тычка вижу. Ну, щука тут должна быть. Бар. Щуки нету. Зато у нас теперь есть тычка. Ну что, попытаем удачу в этом месте. Если недалеко. Хорошо зимой ловит. Сейчас проверим. Как у нас летом на спиннинге. Время, конечно, обед. Совсем не клевое время. Есть, есть удар, идет. Что ж такое идет-то? Ух ты! Я вам скажу, вот это я первый раз такое вижу. Ясь поймался, наблеснул. Вот это да! Тихо, дорогой! Как так? Сейчас. Уйди. Вот это поймали мы язика такого на блестеночку, на спиннинг. Да? Ну давай, бежи домой. Отпустим его, да? Отпустим. Красавчик. Ха, не ожидал. Идем болотом. Под нами все шатается, как по ковру. Нужно пройти метров 300. Идем. Ходу размотано. Ну что, дружище, давай, доверяю тебе подсечь. Даже и намотало, походу, да? Потихоньку, да, она вот обмотала бы эту палку. Блин, палку-то надо. Подожди, не рви, не рви, не рви, не рви. Выдергивай ее. И потихонечку сюда вот так вот вдоль протягивай. Надо тычку вытянуть. Не-не-не-не-не. Это все. Да. Раз размотала, значит, должна быть рыба. Сетку. Потихонечку, чтобы чувствовать, что тычку вытащить. Вот так вот расшатывай. Главное, не рви. Леску хорошо держи. Тычку-то воткнули, наверное, хорошо. По-моему, идет? Нет. Я говорю, леску держи. Так, одели мы, сделали мы петелечку. И нам надо с одного раза эту петелечку попасть на это бревнышко. Желательно с первого раза попасть. И сделать на удавку. Вот так, кинуть способом. Мы спасаем тычку. И там леска держим. Где тут леска, которая... И
И вот она. Еще тут и щуку должна спасти. Вот щуки не было. Но зато крючок спасли. И птичку спасли. Вот. Так, а где крючок-то? А, это получается конец, который оторвался. И вот он пошел. Щука, значит, намотала. Ничего себе тут намотала. Че, червяка одеваешь? И как получается? Кеш. О, да. Нормально. Ну иди лови. Машкара уже лезет в рот. С утра пораньше. Голубика. В 6 утра собрана. Отборная, крупная такая. С брусникой в перемешку. Сейчас 5-литровик набьется. Крупная, крупная. Еще столько же. Тебе 20 минут хватит? Я как раз подготовлю термос, квадроцикл, снасти. Поехали. Сегодня 4-й день на рыбалке. Пакет с ментами с нами провалялся 4 дня. Мы его только сегодня вскрыли. И сметана отборного молока с отборных сливок свежайшая, наивкуснейшая. Прям чуть ли не только от коровки. Да, там спрашивается вопрос, почему щуку, которую мы только что поймали, через сутки она уже пропадает. Видать, срок годности у щуки изначально уже подпорченный. И когда мы ее выловили, она уже испорченная. Но через сутки она вообще протухает. Досада. Эх, господа экспериментаторы, продайте нам такой жидкости. Мы тоже щуку будем обмазывать, она у нас будет неделю лежать, как свежая. Вот и наступила осень. 1 сентября. Сразу как резко погодка-то изменилась. Вчера было солнечно, ясно. Тепло. Да, ну что, мы дошли до своих летних жерличек. Так, что у нас-то размотано? Ну давай пробуй вот эту. Проверяем. По-моему, натягивается, да? Да. О, есть. Ух ты. Аккуратно. Есть красотка. Хорошая. Так. Опять колотушку мы не сделали. Сейчас спиннинги, смотри, сейчас, чтобы не запутал. Тоже ее. На ножицы. Такая небольшенькая. Не 5 килограмм ни разу. Держать за спинку надо. Не-не-не. Держишь это левой рукой за вот так вот, за затылок. Это одинарный крючок, поэтому он легко должен вытащиться. Все, щупа. Катушку нормально на место ставим. Так, здесь у нас свежий окунек и самоловка. Потекай. Потекай. Нету? О! Сработало прям. Там есть. О, погнали. Лишь шороху навели. Ах, тут. Опа. Тут нету. Не торопись сейчас. Сейчас мы посмотрим. Пусть заглотнет. Это вот ту, которую я свежую сделал. Тихо. Сейчас как натянет. Сейчас пусть хавает. Она ее хавает. О, подожди. Момент, когда в следующий раз... О, попробуй подсечь. Подсеки. Резко так. Смык.
Вырвал? Подсечь надо было. Ты из пасти у него вырвал. Это такой непонятно кто. О, хорошая. О, ничего себе. Вау, видал голова? Угу. Ух, хорошая. В траву не заходи. Ума, уйди. Уйди, Умочка. Пушери, сука, заходит. Как ее выгнать оттуда? Давай отсюда. Под пушери заходит. Дай-ка я туда попробую. Чтобы ее вытянуть. Нельзя ей в кушере заходить. Она под берег зайдет и все. Надо ее выманивать. Блин, одно положение снимаешь. Где прикольно, там что хочется глазами смотреть. И блин, смотри, зашла в берег. Да там не интересно. Вот как удилище гнется. Твою мать, нехай. Запустил ее. Как я туда? Ее не вытащишь оттуда. Не, можно вытащить. Только штаны надо снимать. Штаны снимать. Блин, не хочет так выходить. Там могу. Ума, уйди. Она опять туда. Мне надо выгнать отсюда. Давай, иди отсюда. Сука. Может, ты попробовать на ту сторону? Угу. Обойти. С этой стороны. О, по-моему, выходит. Собака! Бля, еще одна что ли подошла? Нифига себе! Офигеть! Типа щуки, думаю, что тут за разборки такие? Она пришла помочь откусить проводок, говорит, тут рыбак один меня пытается вытащить. Сейчас я этот... По-моему, она отцепилась. Не. Вышла, да? Да. Ну, не маленькая она как-то. Не маленькая. Сюда я ее вытащу. Меня тоже показывай. Ну как, она обычная. Тяни ты еще дальше. Я покажу. Такая хорошая плотная троечка. Да ты кайфово, адреналин такой. Ну я тебя взял. А ты видал, еще одна подошла. Вот это драйв. Что, прям совсем натяжку? Да ты че? Окунёк, тихо, Ума.
Да, ты. Ну вот ты говорил, хотел удар. Ну покажи. Красавца, окуня. Ну вот окунь. На спине. А я такой лечу, бегу. Больная ты, да? Почему больная? Да его просто могли гонять щуки. Ну, может и больной, кстати. Вообще в легкую. Могли щуки коцать его. Вот такого проглота на спиннинг. Уху! Вот он и драконил хороший. Таких я зимой на спиннинг, ой, на жерлице ловил. Но вот он попался на спиннинг. Красавчик. Это 31. Это вот с размером больше, чем мой сапог. Вот это окунь. Вот это трофей. Ну вот и заканчивается наша рыбалка, друзья. Мы с другом отчали. Вот пришли тут. За часик натаскали окуньков, щук. Показывать не будем. Видели в наших съемках, как мы их доставали. Поэтому мы довольны. Конечно. Мама, папа, со мной все нормально. Я с начальника на рыбалке. Мы поехали домой. Встречаемся в квадроцикле. Начальник, покойник. Поехали. Прекрасных 3 дня отдыха. Порыбачили, ягодку пособирали. Пора домой. Поехали. Возвращаемся домой. Когда мы ехали ночью, этого ничего видно не было. Там болотка, там болотка. Проезжали, да? Сейчас пониже включу.
разных ракурсов ведрен батон. Не, давай лебедку отцепляем. Заехали мы в болото бегемоту. Сейчас мы попытались выехать, но тут очень крутой подъем, скользит колеса. Спасибо, есть ребенка и друг, который размотал. Теперь мы пробуем. Теперь мы пробуем на пониженную. Немножко страшно, но нормально. Полезай, где пенек? Как раз вот тут пенек. Я прохожу мимо него, да? Должен проехать. Ничего, я пройду. Ой. Прохожу здесь. Так, а здесь мне. Прохожу. А теперь тебя пустим.
сейчас я отмотаю. А что, нету фаркопа сзади, да? Фаркопа сзади нету? Фаркопа сзади нету? Начинаются наши любимые лужи. О, первые прошли. Потихонечку заезжай. Что-то говорили, где-то труба торчит. Нет, нет. По плану? Да не, мы пока до дна достаем. Сейчас негде плыть. Вот тут, может, чуть-чуть проплывем. Все, вроде последний перекоп. Помыли квадроцикл после болота. Это все грязные. Ух. В этом озере даже лужица есть, рыбки плюхаются. Ладно, поехали. Домой, домой, домой. Хватит съемок на сегодня.